Делай ставки на GGBet – лучшие кибердисциплины. Пополняй популярными платежными методами. Крутые мини-игры. Круглосуточная поддержка по любым обращениям игроков. Регистрируйся уже сейчас. GGBet – лучшие ставки на киберспорт. Ну что, друзья, вы готовы к оверпасу, который начнется вот-вот, прямо сейчас между командами Team Spirit, между командой Spirit и командой Waterboys, разумеется, в этом противостоянии, друзья, напоминаю, что уже 1-1 счет по картам, выходили Waterboys через верхнюю сетку в группе, и, соответственно, у них преимущество в одну карту есть, и в формате Best of 5, ну, это Best of 5 превращается в Best of 3, что уж тут сказать, две карты мы увидим уж точно, а то, возможно, и три. Далее посмотрим, как команды справятся со временем, как команды справятся с напряжением, которое будет происходить. Потому что здесь, на самом деле, для вас обсервит Коста. Держи в курсе, брат. Вот. И да, друзья, не забывайте писать нам в Твиттер по хэштегу UCC Studio. Пишите свои твиты, пишите ваше мнение, пишите ваши эмоции, настроение, вообще все, что хотите, можете туда написать, передать приветы, передать какие-то, возможно, сообщения игрокам, за кого болеть. Сегодня уже и болельщики Waterboys приходили, и Team Spirit, также поддержка немалая, верно, здесь на трансляции присутствует из всех зрителей, что сейчас нас смотрит, и я уверен, что Overpass будет не менее захватывающий, как карта Мираж, потому что ребята шли наравне, прям бок о бок, 13-13, и только после этого счета Team Spirit смогли вырвать победу на этой карте. Но сейчас Overpass и пик, кстати говоря, что немаловажно, но ранее Waterboys справились с Spirit, с Team Spirit, и все-таки смогли их там сломить. Сейчас же я уверен, что Team Spirit подготовили эту карту немножко иначе, просмотрели свою игру, рассмотрели демку на предыдущем матчапе против этого же соперника на этой же карте, и я думаю, что должны те все-таки брать тоже вверх. Возможно, мы увидим даже вторую подряд взятую карту от Team Spirit. Было бы неплохо, в принципе, посмотреть все четыре карты в этом Best of 5, но может закончиться все намного-намного раньше. Было вообще удивлением, если Team Spirit возьмут этот матч, так как коэффициент там на GBet 4.13, если память не ошибаюсь, не изменяет. И 4.31, я даже немножко преуменьшил. И 1.19, соответственно, на команду Waterboys. Ну, друзья, чтобы срубить классный коэффициент, заходите на сайт GGBet, делайте вашу ставку на абсолютно любое внутриигровое событие, любой киберспортивной дисциплины, что сейчас присутствует на всем белом свете. Ну, по крайней мере, актуальные, скажем так, потому что их действительно огромное-огромное количество, даже по Vainglory проводятся турниры, а это, для тех, кто не знает, просто на андроиде моба. Вот, поэтому даже по ней ставки делаются. В Smite, я думаю, люди уже забывать начали, и о многих-многих-многих других играх совершенно, которые есть, по которым проводят соревнования, но они достаточно редкие, достаточно маленькие. То есть даже по той же самой NBA, друзья, она врывается в киберспорт. И, кстати говоря, на GBet, по-моему, на моей памяти по NBA тоже были ставки, когда, по крайней мере, по ним проводятся турниры. Но сейчас начало сезона, поэтому осень, скажем так, огромное количество матчей, огромное количество турниров. У вас есть возможность срубить большое количество денег. Но, опять же, делать ваши ставки с умом, чтобы не проиграть квартиру. Такое бывает. Вот. Но сейчас у нас матч, собственно, уже начнется секунду на секунду, так полагаю. Да, это ножи, это пистолеты уже. Waterboys начинают за защиту на оверпасе, что немаловажно. Ну, Team Spirit за атаку. Сотфик на раскиде вместе с Давкостом. Ну что, первый пистолетный раунд, третий карт, друзья, счет 1-1, Best of 5, матч за выход из группы на турнире GGBet Shuffle. Плей-офф, напоминаю, что ждет уже 4 приглашенные команды: G2, OptiGaming, Kensa и Gambit. Ну и плюс 4 команды будут, которые выйдут из группы. Пока что известны из них только лишь 2. Там контакт на монстре должен быть сейчас под флешкой. Какие тапиксы шикарнейшие. Но вот у КРПК, мне кажется, патимейт попал. Погибает очень быстро на пару. С SDI Давкос делают минус. Ой, вот этот вантап залетел жесткий по апексу. Колди также еще минус по бочкам. Пошел за его. Последний. Один против пятерых. Тот самый универсальный солдат. Тот самый легендарный воин, который пытается прийти в топ французской и вообще мировой Counter-Strike сцены. Пока что остается без фрага. Вообще, кстати, ни один фраг не был сделан, но план был у Waterboys хорош, признаться честно. То есть флешки, которые летят с граффити, этот пик монстра, ну, просто невероятен. Waterboys лучше, чем G2. Ну вот здесь я не знаю. Я бы на самом деле посомневался, потому что G2 все-таки показывает лучшие результаты. Waterboys только начало их пути. В будущем, возможно, все у них получится, но я в них не верю, откровенно говоря. Но вот как ни крути, меня прям воротит от этого состава, и я не вижу будущего перспективного у них. Но, к сожалению, вот так вот уж сложилось мое мнение. Для кого-то, к сожалению.
Попытка выйти через мост. Кстати, аркад зигзаг пошла под сам Даянга. Минуса от него ждали. И все-таки мы один минус есть. Под размен успели сыграть. Вдвоем все-таки аркадили. Еще и болото закрывается с другой стороны. Апекс тем временем несется с точки А. Сотвик. Плент закрыто от зигзага. Неплохо. Хаешка даже не попадает по нему. Не носит никакого совершенно урона. Но большинство за французами. Апекс в девятке. Оп, легчайший хедшот. Дима не словил тайминг, когда... Бомба, когда, вернее, смог уже развеяться. Попытка фейка. Еще один хедшот от Зайвы. Серьезно. Последний сотфик был замечен в районе 9. Туда смотрит 3 противника. 4 секунды остается до срежения бомбы. Сотфик. Попытка пика. Тут 2 игрока. И сотфик красный. 1 хп. Погибает. Бомба обезврежена. Недаром. Своим телом МБК прикрывал тиммейта. 1-1. Вот Рбой сравнивает шансы. Да, да. Мне кажется, сегодня Коста будет спамить просто твиты, потому что может. И все. Друзья, кто-нибудь переспамьте его, пожалуйста. Успокойте там молодого человека. Счет 1-1. И МП7 у Зайва на руках. Скаут также имеется. Кстати, интересно, что у Зайва МП7, а скаут как раз-таки у НБК. Ну, может, на то действительно есть весьма весомые причины. Дима, выход с ямы. Но противник на центре он не увидит вообще никого. Там в районе банан находится НБК со скаутом. Кстати, Team Spirit решили все-таки удивить соперника и выйти в бай. Колд, я так понимаю, МП5 в руках находится. Девятка в подвале находится у атаки. Скорее всего, там действительно на руках МП5 СД. Навряд ли. Колд отыгрывается вторым армором с клоком. Хотя, может быть, там пришлось дать дроп калаша тиммейту. Но смысл тогда этого дропа был, если у тебя денег на второй армор хватает. Кстати говоря, у французов уже крепление точки А. Они здесь находятся втроем. Дима. Ох, Зайва, очень неприятная встреча. Видел троих соперников. Пошла инфа, должна быть перетяжка, по идее. Тут проштрафили со скаута, так полагаю. Еще и Тиму кусанули, но НБК погиб. Дальше дело за Апексом. Его позиция очень важна, но сейчас будет выходить с трифом. Дима проверяет позицию. Как раз таки Апекса один минус есть. С длины размена нету. Апекса зажмут же сейчас. Тиммейт уже довольно-таки рядом находится. Апекс выходит. Минус первый есть. Дальше от тиммейта тоже еще один. 2-2 ситуация. Здесь красный, Сотвик, да ладно, Апекс не смог его забрать, ныряет обратно уже. И Сотвику крайне тяжело выбраться будет из этой клумбы. Надежда, возможно, тиммейта, но тот без попадания. Сотвик наказал Хэппи, был близок к тому, чтобы еще забрать Апекса, но чуть-чуть не хватило реакции. 2-1 в пользу Waterboys. Сейчас у Team Spirit выход на эко-раунд. Кстати, 2500 Димы Сотвика, а тут мы, судя по всему, АВП не увидим. При таком-то раскладе финансов, я так полагаю, неприятный, конечно, момент, хотя, ну, за атаку, может быть, оно не всегда и нужно команде. Опять же, все зависит от плана на раунд. Аркада пошла длинной активно уже от Апекса, Коуди на центре, да ладно, забрал НБК. Тут, кстати говоря, со скаутом опять отыгрывал, тьме 4 фрага по всей остальной карте делать со стороны французов. Как раз-таки Дима последний, минус есть по Зайву, неплохо, еще и проштрафил Хэппи, правда тут этот штраф отчитал Диму. 3-1 в пользу Waterboys сейчас, и команда Spirit на бае, 400 у Сотвика, ну это калаши. Ну, всей команды. То есть здесь АВП только если и соперника убивать. А его там нету с той стороны. Посмотрите-ка, Зайва играет на кольте. Но опять же, исходя из практики и из того, как играли в Waterboys на Мираже, скорее всего, здесь будет раунд сыгран с кольтом. Как только этот кольт выйдет, тогда уже будет покупка АВП. Ну ладно, под точки, казалось бы, залетали. Минус один есть от Хэппи, а дальше пикать уже не пошел там дым от сам Даянга. Под туннели, его сейчас найдут. Да ладно, находит он Апекса и забирает. Еще и на шифте уходит обратно. А Хэппи пойдет нашивать, интересно, в этот дым. Дым развеется сейчас. Сам Дэнк может подставиться. Нет, все-таки сел за углом Колди на контроле подвала. Аркады пока что никакой там нету. И не предвидится стороны защиты. Хотя, с другой стороны, 3 в 4. И, возможно, какой-то размен начнут искать французы рано или поздно. Минута времени, а сейчас Waterboys так выходит, о, вернее, Team Spirit выходит только на мидл, занимают детскую площадку. И пока что без контактов. Флешка, это смог полетел, полагаю, на монстр, на его изоляцию. Из-под аплента от NBK. Кстати, смог, который откидывается довольно-таки, ну, непросто. Но, в принципе, все профессиональные игроки его уже приловчились кидать. А наоборот, от Team Spirit все-таки под базу Б. Еще один дым. Еще минус 15 секунд от выхода Team Spirit сейчас будет.
конечно, может быть небольшая проблема, если они очень быстро сломят защиту соперника, но таймер штука такая. Со временем шутки плохи. Хешка немножко задел Сандаянг, но это не очень и страшно. Сандаянг пошел выход внутрь. Флешка пошла за его выход под мостер и начинает ошивать, а там два игрока в туннеле было. Сотвик раз, Сотвик погибает, его просто прогрели, закрывает еще так же Давкоста. 10 секунд. Колди последний. Уход на сейв девайса. Четвертый раунд Ватербой себе заберут прямо сейчас. Но Колди как бы не погибнет после таймера. Колди. Колди. Нет, все-таки не погибает. Делает фраг. Ну, небольшой плюс себе заработал. На счет 4-1 в пользу французов. Поэтому, друзья, здесь все не так просто будет. Хотя, с другой стороны, вспоминай карту Мираж. Как Ватербойс набирали там раунды. 6 забрали к ряду. И потом все, начался камбэк Team Spirit. Ну, или 5. Память, конечно, рыбки подводит иногда, но дело такое. Колди на калаше, тиммейт, ого, прожгли яму, решили пробежаться по огню, Team Spirit. Урона не так много, потому что все-таки не так сильно разгорелся. Не так сильно разгорелся, это зажигательная. Апекс на флешке с под девяткой готов уже откидывать для тиммейта под монстр ее. Противников только вот там нету, абсолютно никого. Сотфик сидит и ждет, ждет аркады из-под Б, который тоже, скорее всего, мы не увидим. Ватербойс просто уже понимает, что счет 1-1, и карту проиграть лишнюю не хотелось бы. Свой мираж они отдали. Сопернику, кстати, интересный дым. Это, я так понимаю, тот самый дым, который кидается на монстр. Друзья, вам на заметку в лайве, на наших трансляциях, гайды по смокам от команды Ватербойс с регистрацией СМС. Так что это повод лишний раз подписаться на эту трансляцию, на этот Twitch-канал. Большое количество турниров по Counter-Strike. И вот такие вот интересные моменты можете для себя подчеркивать. Такие действия от профессиональных игроков. В зигзаге тем временем находится сотовый диглом. Ох, Падиме, какая залетела граната. И какой хедшот по NBK. Колди сейчас зарядил Зайву. Следующий. Еще одна голова есть. RPK плюс подключается. Да ладно, тут одни хедшоты. Что за хедшот-мод просто здесь, сейчас происходит. Я не знаю, последний хоть фраг сделан был не выстрелом в голову, потому что это действительно очень жестко. Хотел сказать ХС-мод, но мне, возможно, мало бы кто понял. Вот, и поэтому пришлось аббревиатуру. Ну вот, повтор, Зайву минус есть. Еще один торпикей здесь был. Следом еще один хедшот от Зайву. Ну и там такая серьезная грязь была. Время этого выхода. Я вспоминаю, как Space Soldiers против Team Spirit играли за атаку. Они выходили до центра, сидели на клумбах и там погибали все вместе. Вот это было, конечно, забавно немножко. Так, пробежка под базу Б. В упоре РПК в плане находится. РПК забрать удалось очень быстро. Продавили его позицию. Следующие игроки на воде. Сотфик на закрытие перетяжки через коннектор. Сотфик минус есть. Хедшот. Еще один противник находится внутри. За его минус. Но вот только он один остается в живых. И вынужден уходить, просто сейвит свой авик. Быстрый раунд, казалось бы. Примитивный раш Б, но зато... Ну как примитивный? Стандартный раш Б. И это именно сломало защиту французскую. Подпитывали Team Spirit медленным стилем своего соперника. И потом вот один такой раунд, который может стать очень важным. Бики, кстати, я заметил, без фрагов сидит среди всей команды защиты сейчас. Неприятный такой момент немножко. Ну, это только старт карты, понимаю, что 6 раундов, 7, вернее, раундов только сыграно, но тем не менее. Сорота сейвит Самдэн. 4-2 переносит Team Spirit. Следующий раунд за его на АВП. На АВП и на обильном количестве раскида также остается. Оп, чьи-то дроп подъехали. Я смотрю в правом верхнем углу экран, друзья, что получать дропы, баннеры по трансляции все присутствуют. Проходите, кликайте, смотрите, участвуйте. А тем временем дроп никто NBK, судя по всему, не дал. Так, смог еще один на монстр. Вообще, уже второй дым на монстр. Этот дым от Давкоста полетит на центр, на закрытие арки в туалетах. И быстрый раунд через мидл разыгрывается от Team Spirit. NBK на длине с СЗ-шкой прячется, но на длину как раз-таки никто не выйдет. Team Spirit вышли на центр, никого не увидели. Зашли в коннектор, и там тоже никого нет. Вроде бы потратили большое количество ресурсов относительно. Пару флешек смог на мидл, но противника так и не обнаружили. Забрать никого не удалось. Даже на контакт выйти. Так, NBK слышит все передвижения соперника на баллонах. На баллонах, вернее, на шариках. И, скорее всего,
Ну, Зайва после выстрела, понятное дело, будет прыгать назад. А Зайва, Зайва слышит противника, его с другой стороны нашивает. НБК все-таки успел выручить товарища. По команде Давкос промок в затылок. А теперь уже закрывает НБК. Но на самом деле в рубашке родился Давкост. Потому что здесь мне казалось, что его очень быстро заберут. Хэппи на секунду остановился. Туда ли он движется? И Team Spirit все-таки решили через коннектор пойти под базу Б. Но возвращается. Возвращается Хэппи. И он будет вместе с РПК принимать выход под базу Б. Куда как раз таки спириты и готовы выходить. СОПС. Кстати, гранат-то практически-то и нету. Только Давкост есть, большой раскид, есть флешка, в которую Team Spirit и будет сейчас врываться. Давкост на зигзаге. И три игрока. Французских игрока уже находятся под базой Б. Минус по Диме есть. Зигзаг, по идее, закрыт должен Колди. Да, есть минус от него. Сдевай также подключается минусом. Размен от Хэппи. 2 в 2 ситуация. Уже на карте зигзаг закрыть не получается. Но Давкост очень красный остался. Жалко, прогреть нечем. Но тем не менее, Зайвуд справляется уже с ним. И дальше Давкост погибает последним. Но с Колди справился Зайвуд. С Давкостом уже непосредственно Хэппи кого продамажил, того и забрал после. 6-й раунд для Waterboys. Team Spirit. Небольшой ресет экономика, но денег вроде как хотят. 3000 Дима. Ну, с дропом, но бай, судя по всему. У Team Spirit сейчас будет Давкост на глоке и с раскидом такой. Ага, у меня все-таки ЦЗшка, слава богу, есть. Попытка снова прорашить базу Б, судя по всему, будет от Team Spirit, но только есть шанс того, что сейчас закодрит. Зайва в планде будет. Да ладно, успел скрыться в зигзаг. Его пытаются очень быстро забрать. Бочки давят тем временем. Тиммейт же там погибнет очень быстро. Зигзаг закрыли. Бочки, правда, кстати говоря, продавить так не удалось. Зато закрыли того самого Зайва с пистолетами. На руках уже справляются с Team Spirit. Давкос последний. И РПК все-таки нашел свой минус и успеха. До этого лишь подамажил соперник. 7-2 за защиту. Пока что Waterboys смотрится очень уверенно. Даже, скорее всего, 8-й раунд для французов придет. Друзья, что-то твиттер подутих. Не забывайте, что можете писать нам в твиттер с хэштегом UCC Studio. Коста, это не к тебе обращение, если что. И обязательно пишите ваши пожелания, ваше мнение по поводу данного матчапа. Какие-то, возможно, информации, инсайды есть у вас. Возможно, какая-то информация, какие-то инсайды по поводу данной команды, данных команд, игроков. Чего-то, чего мы даже и не знаем, и не догадываемся. NBK на сэндвиче. Так, контакт уже в НБК есть, ПХБ немножечко просел, но не так страшно, всего лишь 8% здоровья потерял. Ох, а вот теперь какая боль у НБК, патроны кончаются, вырубает его следом. Размена нету, от Апекса только сейчас поступает два фрага, третий минус будет ли? Да, есть минус уже и по третьему сопернику, Сандаенг последний. И четвертый минус от Апекса. Это квадрокилл в этом раунде и 8-й за Waterboys. Они забирают уверенно первую половину. А это пик Team Spirit, и за атаку пока что не так много раундов, которые могли бы сломить французскую оборону. Попытка очередная. Кстати, 4... Давкос может без армора, да, себе закупить ВП, что, в принципе, тот и делает. Пытается сыграть с ВП без каких-либо вообще поддерживающих утилит. Ну, как любят вращаться англоязычные комментаторы. Аркада центра пошла. Апекс услышит же сейчас. И впереди ДКТ. Апекс спалился. Как же жестко Колди ставит. Выход НБК с длины. Есть минус уверенный. Но только дальше, скорее всего, пытается сыграть на размер Team Spirit под свои же флешки. НБК уходит ли? Нет, не уходит. Он еще минус делает. А тут Хэппи в упоре. Серьезно. Как же дайвит Team Spirit со всех планков. Они не ожидали этого, Хэппи. Ох, какая жесть. Трипл килл от него. Это 9-й раунд для Waterboys. 9-й раунд. Как вот тоже Team Spirit сидели-сидели. 5 раундов. Потом решили пропушить Б. Получилось. Забрали раунд. Забрали 2. И сейчас Waterboys отсиживались. Аркада центра. Аркада длины. И смоков повылезали. Team Spirit просто полностью дезориентированы были на старте. И снова пистолеты. Это, возможно, отдача 10-го раунда уже французам. Крайне неприятное положение для нашего российского коллектива в данный момент. О, ну, пытаться хотя бы экономику выйти, потому что там по деньгам совсем все хорошо будет, если они не выбьют ничего из команды соперника. Потому что, ну, опять же, вроде бы 12 раундов позади, но есть шанс выйти хотя бы на минимальную серию раундов, чтобы забрать себе максимальное количество раундов, что вообще можно забрать, что можно себе позволить. Навряд ли, конечно, заберут третий сейчас, но шансы, опять же, имеются. Какие-то шальные хедшоты, может быть, с диглов и залетят. Апекс на флешке с под девятки снова в своей позиции.
На помощь тиммейт, тут флешка пролетит. За его минус по колоде. Попытка выйти с коннектора, дальше еще и пытается разменять двоих. НБК забирает хедшотом, при этом половина, наверное, урона влетела по Зайву, прямо ему под пятую точку. Так чувствуется, что Зайву залетел в огород к злому деду, а там дед с дробовиком с солью был. И в итоге беда. Дафос на контакте. НБК. Ну, НБК должен выиграть, он просто обязан. Сделал трипл килл и, скорее всего, Сандаянг погибнет. Хотя Зайво, ну, Зайво очень далеко находится, до него. Да не знаю, Бики, горишь! Том. Огонь был все это время. Бики наступил в мод, который разгорелся. Очень плохо, даже, скорее всего, сжигательно от тиммейтов. Вау. Вот это было жестко. 10-2. 10-2 в пользу Waterboys. И я думаю, повтор этого момента у нас будет. А, ну. Почти. Найс трай, найс трай. Что сказать. 10-2. 10-2. И это выход на очередной байраунд. Так, в этот раз у Давкоста есть снайперская винтовка. Есть АВП, который он сможет, возможно, реализовать. Кстати, раскид какой-то на старте. Судя по всему, Team Spirit полетел под базу. Это не под базу, это фейк подаш. Жесткий причем. Посмотрите, заставляют думать французов, что сейчас будет происходить. А происходить будет контактный раунд. Да что происходит? Зайву даже контакта не было. У Зайву осталось 36 хп. Серьезно? Его же заберут здесь двух патронов позже. После этой паузы же будет выход по точку Б. Посмотрите, они заставили французов сейчас отойти вглубь апланта. Те самые смоки просто отсекли. Вижу пик. РПК под флешку пошел. Минус один. Есть второй соперник. Также видел. Возможно, еще одна флешка зайдет чуть позже. РПК. Главное теперь уже не подставляться. Тиммейты рядом. Тиммейты рядом. Тиммейты могут хилпануть. Апекс. Дымный монстр. И там снова Team Spirit будет небольшая задержка с выходом. Потому что они должны будут ждать, пока дым рассеется, 15 секунд. В принципе, тайминг не такой уж и плачевный. Просто все, что делали раньше Team Spirit, теперь уже роль большой не играет. Потому что они разыгрывали фейк пода, они разыгрывали, ну, такую изоляцию центра, интересно, довольно-таки. Проблема лишь только в том, что теперь... Команда Waterboys готова. Ух ты, они раз уже 5, наверное, по точку А и по точку Б вернулись. Игроки. Защита. Все, теперь уже пошел раскид. РПК. Возможно, будет байт на себя внимание, чтобы Апекс успел включиться и сыграть на пике соло. Остается под точкой А и попытка выхода под базу Б. Монстр пройти, возможно, и не удастся вовсе. Без гранат выходит. Да ладно, серьезно? Они без гранат прорывают монстр. Вот этот поворот событий. Зигзаг, кстати говоря, закрыли. И это может стать проблемой для Team Spirit. 10 секунд до конца раунда. Бомба ставится. Планту, неужели никто не будет пикать, судя по всему, нет. Зайву может получить в ухо, нет, тиммейты прикрываются, в порядке, Давкоста закрыли. Следом и сотка погибает, Колди последний тоже гибнет, и это 11-й раунд для французской команды. 11-2, счет в пользу Waterboys. И теперь уже положение Спирит, конечно, точно уж не позавидуешь. Из-за таких хедшотов и правильных выжиданий иногда кажется, что они все с читами. Но вообще, я думаю, если игрок, если зритель зайдет какой-то... Просто который косвенно знаком с шутерами и посмотрит, что здесь происходит, то он скажет: это как Норов на дезматче, точно. Он зашел как-то на дезматч. Он говорит: а это нормально, что они все в голову стреляют? Чисто зашел на Увик, когда я говорю: ну здесь нормальные, здесь разминаются мужчины. Говорит: а чего они все в голову-то убивают? Ну и, в общем, вы поняли. Хэппи возле зигзага. Издевая. Ой, Стим это неплохо так продамажил. Потом просто на ровлечку будет тролли всякие писать. Прости, я не хотел. О, хэппи! Вот этот поворот. SDY, скорее всего, был в блайнде просто. Но я рискнул предположить, потому что флешка прилетала. SDY, возможно, оставался в блайнде, стоял, не палился. Из-за этого тема это пришлось продать. Ситуация 4-4 теперь уже. На карте разворот, кстати, по точку А. Активно любит ротироваться Waterboys между двумя плентами. Время от времени... Что туда один игрок приходит, что возвращается обратно, никого не увидев. Так, пик монстра под флешку. В принципе, я думаю, Team Spirit сами уже привыкли к тому, что какая-то вот такая вот небольшая агрессия на монстре присутствует. РПК все время выходит на пик под флешки эти. Это работает. Ой, Давкос там есть пропрыжка будет. Ох, успел попасть, а мне казалось, что он стрелял куда-то в район дефолта. Но это просто невероятный флик оказался. В итоге, честное преимущество за командой атаки. Теперь они выйдут еще и по точку А, скорее всего.
где застанут, возможно, одного игрока врасплох. Причем идут на шифтах, не палятся, пока что контактно играют Team Spirit. Хитро, что самое главное. И только лишь NBK может остановить от выхода. Но он находится в хелпе, я так понимаю, точку он будет отдавать. Он уже под Б побежал. Да, уже под Б побежал и... Точка пустая. Там сам Даян, судя по всему, дал свой раскид. Поэтому заставили нового игрока стянуться под Б. Вот действительно раунд, который сработал. Не тот фейк через всю карту, который осуществлялся со стороны французов. Банки не заметил сотвик дважды противник, судя по всему. Инфа теперь пошла, и Давкос может погибнуть в самое ближайшее время. Где-то сотвик. Сука, не прочекали за углом. Ой, не уверен, конечно, стрельба пошла, все равно минусу он сделал. Колди также фраг по Зайву, последний НБК в районе банка. И еще и по нему прилетает хорошо. Два минуса от Колди, счет становится 11-3. Ну что, четверочку хотя бы спирит забрать себе, если получится. Let's go, Water Boys. Да, друзья, хэштег UCC Studio, напоминаю, в вашем распоряжении. Пишите в Твиттер ваши пожелания, вашу поддержку в сторону команд, мемосы, фотожабы. Все поддерживается, все только поощряется с вашей стороны. Потому что творчество со стороны зрителей, это, на самом деле, очень крутая штука, которая происходит весьма редко. А обидно, потому что у всех есть свои мысли, но они боятся иногда их высказать. Вот вам возможность, друзья. Вот вам возможность подсад хэппи. Хэппи голову уже не заметил. Одного противника забрать, и все, сразу же отойти. Идеальная игра. Дуэт еще и хаешка по сам Даянгу. Да ладно, минус 30 хп у Виктора Оруджева. И в итоге придется отходить. Все, ну, прям идеально. Давкос вышел, присел, на бикей хэдшот успел свой поставить. 5 в 3, и надежды тают. Прямо на глазах на взятие четвертого раунда с каждым последующим фрагом от команды Water Boys. Минута времени остается до окончания этого самого раунда. Бомба пока что достаточно далеко находится от точки Б. Но какой-то Team Spirit, который вообще ничего не принесет. Потому что если пытается выйти с коннектором... А, там Зайву, кстати говоря, решил отойти. Но Колди прошел через коннектор. Также, может быть, тиммейты подтянет. Просто принимать решение, что нужно довольно-таки скоро. Сам Даянгу. Главное было здесь не погибть. Осталось очень мало хп у того, но минус он свой все-таки сделал. И выход под базу Б, возможно, здесь ожидает. Апекс на контроле монстра. Колди в соло по точке. А какой-то жесткий фейк. Прям рисковый очень. Тем спирит, если исполняю сейчас. Ой-ой-ой, Апекс в аркаде. Эй, сейчас звено под номером 5 должно подтягиваться на апленд. Огромная проблема для Team Spirit, кажется. Зажигательная полетела. Минус есть первый, второй. Два авика работают на ура. Три фрага. И сейчас у нас 12-3 по окончанию первой половины. Ну, что-то совсем уж как-то уверенно со стороны французов. Конечно, беда. Беда для нашей команды. Для Team Spirit, разумеется, три раунда за атаку. Это очень низкий показатель. Если они забирают серию из трех, тогда, конечно, будет совсем все очень плохо. Потому что там выход на мапоинт. Это уже две карты будут за Water Boys приблизительно. Ну, по крайней мере, шансы мы все понимаем, насколько велики. Так что пистолетка. И только пистолетка может Team Spirit спасти на этой карте. Друзья, небольшая реклама, после которой вернемся. Делай ставки на GGBet. Лучшие кибердисциплины. Пополняй популярными платежными методами. Крутые мини-игры. Круглосуточная поддержка по любым обращениям игроков. Регистрируйся уже сейчас. GGBet. Лучшие ставки на киберспорт. Ну что, друзья, вторая карта в этом противостоянии, но не последняя, разумеется. Потому что это Best of 5, и у команды Water Boys преимущество в одну карту есть. Также Team Spirit ответили взятием Миража, пика команды соперника. И сейчас на оверпасе на своем пике проигрывают, к сожалению, с счетом 12-3. То есть разрыв огромный, раундов куча, которых нужно выигрывать, чтобы вернуться в эту встречу. Соответственно, надо потеть, надо стараться именно в этом пистолетном раунде, иначе там французы могут выйти и на мап-поинт пока что все еще, друзья. Go-go, Water Boys, love this French baguettos, пишет нам Арслан. Но да, я думаю, кстати, фанат, наверное, много набралось именно после того самого легендарного состава NBA стопового, который показал себя с лучшей стороны со временем, когда ребята начали опускаться. Все уже, ну что это такое, обычно писали в чат-трансляции. Сам Даянг с тиммейтом на пару спускается под коннектор. И... попытка зажатия, судя по всему, Team Spirit этого самого коннектора. Но только Water Boys проходит через лонг. Незаметно Апекса спалили на центре. Апекс соло здесь находится на шарах. Но только не знает, сколько здесь соперников находится. Вот в чем проблема Team Spirit. И Water Boys решили через Луну не идти. Стягивается Давкос уже, судя по всему, на прочек лонга на всякий случай. Апекс закрывать коннектор будет ли? Или они все вместе побегут сюда?
А там три игрока в коннекторе сидят. У Тимспир сейчас такое мясо начнется во время этого выхода. Посмотри, что там происходит. Итак, Дима, сам Даянг на приемке. Погибает. Дима следующий. Уже, судя по всему, на подходе. Да ладно, Сотфик сражается как лев. Одного смог забрать, но Хэппи. Хэппи погибает от Колди. 3 в 3. Разворот будет ли теперь уже от Waterboys? Да, полетели через банан по точку А. Кстати, стягивает сюда в косу, судя по всему, под Б-план. А, нет, под А. Под А все-таки он вышел. К себе еще тиммейта зовет на помощь. В всякий случай, на дефолте заметили Давкоста. Пытается его продавить с двух сторон. И, возможно, получится. Только тут отключается. Дима вантап шикарнейший по голове оформляет. Но остается красным. 3% здоровья лишь у Димы. Есть и Колди фуловый. И он зайдет со спины. Кстати, есть преимущество небольшое. Это фейк для того, чтобы Дима выиграть. А то спина горит. Рпикей! 1-1 теперь остается Зайву. Снова на пистолетах. Снова один. В этот раз только в клатче против одного соперника. Ранее играл против четверых. Но тут чуть полегче, возможно, будет. Правда, все, стрельбы колд зависит. Уже 2 минуса смог сделать. В этом раунде третий получится лес. Зайву отпускает все-таки в хелпу. И бомба стоит как раз-таки под него. Колди, но придется идти, придется фейковать Зайву. А Зайву ждет того, что Колди сейчас выйдет, возможно, на пик. Это фейк. И Зайву это видел прекрасно. Просто изи чек для Зайву. Еще успел настрелять Колди спину. Колди уже надоел. Иди сюда. Иди сюда, я сказал. Зайву, нет, нет, нет. Не получится у тебя ничего абсолютно. Возвращай. Возвращай. Посмотри, он все равно не ведется, но все равно. Колди его дадут. В конце концов, это эти догонялки. Времени нету, да? Там 5 секунд. Слушайте, а эти догонялки Зайву в итоге выиграл? Как же жестко он мансил. Как же напрягает. Такие скользкие игроки, я думаю, всех вообще. Но зато за этим интересно довольно-таки наблюдать. Кстати, а ты слышишь гон Влада? Я не знаю, кто это. Может, да. А может, нет. Наверное, нет, раз я не знаю, кто это. 13-3. А может, это кто-то... Кто-нибудь знает? Нет? Нет, нет, никто не знает. Ладно. Я тоже. 13-3, друзья. 13-3. И всего лишь 3 раунда за Team Spirit. Взято. Waterboys забирает пистолетный раунд. Они выходят на этот самый счет. Впереди еще, возможно, 2. Хотя, ну, не самых простых, конечно, раунда. Но один из них будет, я думаю, таким. Последующий. Если, конечно, Team Spirit дисциплинированно примут решение сделать экономический раунд при счете 14-3. Вот он Зайву со скаута Давкост забрал уже. Хедшотом причем. Хэппи может погибнуть от Самдаянга. В районе коннектора действительно так происходит. Размена дать не получилось. А может быть Диму заберет? Нет? Нет, все. Дима успел скользнуть. Преимущество есть за Team Spirit. Есть шансы, есть надежда на взять этого оверпасса. Все, еще. Пока у противника нет 16, игра не закончена. Как говорил великий тренер. Не знаю какой, но какой-нибудь явно говорил. И такую фразу должен был сказать великий. Давкост со скаутом на туалет. Оп, противника заметил. Собрать не получилось. Ну, даже дамажить того не вышло. В итоге 45 секунд до конца раунда. И попытка Waterboys, судя по всему, разыграть раунд по точку Б. Там аккуратно Apex пытается выйти, но, судя по всему, его заметили. Ему придется сражаться аж против 3 соперников. Остается он уже красный. Все, понял. Больше здесь меня не увидите, говорит. Не рады вы мне. NBK под аплантом. Есть шанс. Да ладно, и того тоже продамажили. Посмотри, что происходит. Просто не получается забрать противников. Они настолько противно тебя по частям откусывают. НБК 2 минуса 3. Если бы дал, было бы что-то невероятное. Благо РПК рядом оказался. Сам дают последний. Как вообще это произошло? А там игрок под коннектором. А тут 10 секунд на таймере. Апекс вообще находится вдали от дома, судя по всему. Да. Ну, если быть точнее, это спаун, тогда не вдали. Вдали от бомбы, потому что точно. Раунд Team Spirit по истечению таймера. Эпик, к сожалению, спасти положение дело не смог. Возможно, РПК стоило переждать. Все-таки 11 секунд до конца раунда оставалось. Но что было, то было. В принципе, Waterboys запас по раундам огромный. Но, тем не менее, одна, если дадут слабину, одна малейшая ошибка может стать вообще результатом отданной карты. Но здесь именно результат отданной карты, потому что пока что еще на матчпоинт счет не идет. Счет 1-1. И из группы выйдет, соответственно, сильнейшая команда, сильнейший коллектив. Оп, заметили, Давкосту забрали. Причем не уверенно такая, но, тем не менее, Давкосту смогли забрать. Спуститься после сделанного выстрела ему не дали. Apex возвращается уже к своим тиммейтам. Кстати, а где находится? А, в коннекторе, скорее всего, Сотфик находится. Судя по всему, или где? Или нет, на туалетах он сидит. Возле них, возле банана. Звено под номером 6. А, кстати говоря, скорее всего, ВКонтакте у него будет. Да, действительно, Сотфик. Минус есть по Зайву.
И, судя по всему, к Сотфику могут прийти еще гости. Вообще, интересный такой момент, то что, ну, после сделанного фрага Сотфик не решился отходить. Это может стать роковой ошибкой для него. Потому что в упоре. Хотя, Юмпик в упоре. Против пистолета, правда, противников аж целых трое. И вот, да, тот самый Юмпи. Смог запустить еще парочку патронов РПК. По итогу погибает. 3-4. Часы находится Team Spirit. И точку А, судя по всему, им придется отдавать. Ложка из-под Б-пунтаж прилетала. Ну, только... ну ладно, пошли на пик из Хмака. И все-таки смогут отвоевать этот аплэнд, судя по всему, или нет. Выбивание пунта и Самдаяк. 2 минуса уверенных. Третий фраг сделать не получилось. Апекс 1-1 против соперника, против Димы. Сейчас остается в клатче, 20 секунд до окончания этого раунда. Фейк, ну не знаю, где находится противник, а время играет против как раз-таки Апекса. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, Дима! Казалось бы, что сейчас раунд мог бы быть проигранным, но нет. 13-5. Ватербойс теперь выходит наконец на экономический раунд. Спирит, шанс есть на взятие 6-го. А вот насчет 7-го, это под вопросом, конечно же. Конечно же. 2000 у Ватербойс на руках. И у них... шансов, конечно, все-таки раунд очень-очень мало. Хотя, знаете, с пистолетами я и не такое видел, что вытворяют игроки. Это, конечно, очень жестко. Но Sports, как играют Inferno с этими пистолетами, даже с дефолтами. Успеешь опомниться, а у тебя уже опять противник с глоками скачет по экрану. Тут как мархуха начинаешь играть. Ого. Берстами задавил Зайву, Диму, бедняга. С МП9 Самдаянг, по идее, должен распыляться с двумя соперниками. Здесь с тремя, вернее. Виктор он уже забрал. Сотфик выход. И дочекал игрока на гиттрайте. Последний Апекс с диглом. В надежде дать минус. Не выходит. Колди завершающий фраг в этом раунде. 13-6. И ну, теперь, конечно, предстоит долгий путь к тому, чтобы вернуться и выйти хотя бы на паритет по счету. Нужно взять 7 раундов к ряду. Ну, а то, чтобы выиграть эту карту, его все больше. Ага, еще и у Waterboys сдвоенная эко. Интересный план. Мне интересно еще Team Spirit, будет ли агрессивный игрок. Ага, там по точку Б. Под флешки полетели французы. Зажигательная пошла, но только дэмэдж немного нанесла лишь по РПК. Воду сдавить. Зайву получится ли? Зайву выход. О, какой хедшот разворот. Не хедшот даже был, это выход. Это в тело. Патрон был выпущен, тем не менее, очень плотно. Продамажил Дима в блайнде, находится в упоре. Теперь уже Зайву второй раз, будучи красным, с 13 хп залезает на бочке и забирает. Противник Зайву, кстати говоря, все-таки забрали в конце концов. Пресечение должно быть, по идее, у Апекса. Вот бегущий француз. Место от Колди есть. Девятка также дэмэдж поступает. Забрать хилпу получилось. Теперь уже 2 в 2. Но только не погибнуть бы от 9 спине. Также соперник имеется. Его, возможно, здесь нежно тут слышал. Апекс противника выпад. Минус есть. И Тавкост 10 хп. 1-2. 10 хп, но тут no chance. No chance. NBK. Завершающий фраг. 14-6. Ой, там 1800 у Сотфика. 2600 Дима. А что с такими деньгами делать теперь? Ну, только лишь... фармган какой-то, судя по всему, скупает. Сотфик придется вынужден играть с ЦЗ-шкой в этом раунде. Дима на юмпе. И все. Все, Сотфик смог на мил, попытка пик Апекс. Опять от французов на этом оверпассе. Все больше, больше. Интересно, Смоков Дима по голове получил через деревяху. Вот это урон. Очень жестко Апекс сейчас затопил. В чем тайминг, по сути, который прочитать нереально было в защите. Апекс на контроле аркады. По идее, пересечение должно быть у Зайву соперником по центру. По центру карты. Ой, сейчас будет открытие двери. И легчайший минус. Вообще, сетап, который использовали когда-то Outlaws, когда еще церкви там играл. Это пика. Упоря. Забрать противника не удается. Одного смог. А вот дальше там, по идее, должен быть размен бики. Кстати говоря, остался еще и красный после этой стычки. Колди может его добрать. Довольно-таки просто. Апекс под точкой Б. Крадется через зигзаг. Но сейчас с воды выход будет и закрытие. Да ладно. Да ладно, пропускает Апекс. Апекс в итоге делает свой минус. На воде, по идее, противника должен был услышать. Видел того, забрал. И точка Б постоянно еще и на центре минус по колде. Серьезно. Сам Даян последний 1-2. Ой-ой-ой, бомба, правда. Придется поднимать. Второй не играет. Апекс просто вышел. Первого, второго, третьего. Весь плен раскидал и забрал своей команде маппоинт. 15-6, друзья.
Недолго ликовали фанаты Team Spirit. Теперь уже счет пошел на мап-поинты. А у Team Spirit денег нет, там 2000 с копейками на руках. Да, вкус без армора скаут. Колди, что, какой-то пистолет? Нет, Колди даже юмпик с армором. И Сотфик тоже на юмпи. Неплохо относительно, конечно же. Всегда задумайтесь о том, что могло бы быть и хуже. Как сказал великий Тол. Попытка занятия длины. Под флешки. Пропики, выход. И оп. Минус есть тогда в косты. Вернее, по хп минус есть. Кстати, по второму соперник тоже попадает. А пистолеты могут и добрать, конечно, в счете. Ситуация принимает опасный оборот для команды Waterboys. Сейчас. Хэппи, по идее, должен спать. Просто да. Мортова нет, но выход с коннектора. Хэппи в спину, спину, спину. Забирает все-таки Сотфик, слава богу. Справился. Самое главное, только французы дальше будут выдержать паузу, судя по всему. Заеву ждет, что кто-то выйдет из банка и будет пропрыгивать, судя по всему. Близок ко всему этому Сандаянг. Закрытие тапикса на центре Сотфика. Уже разворачивается, возможно. Задумали разворачиваться Waterboys под точку А. В принципе, такой вариант есть. Apex контроль спину, ждут еще активные действия со стороны Team Spirit, потому что те, ну, в небольшом замешательстве, что противника видели. А вот куда он пошел, это вопрос. Apex. Выход под коннектор. Пока его тиммейты, кстати говоря, подлиннее идут. Там два игрока на банане, это может стать некой проблемой, если только банан не дочекают каким-то образом. Хотя бы идет. А тут три игрока вообще по точке уже у Team Spirit находится. Это шанс. Это шанс на взять подобного раунда будет сейчас. Да, минус по Апексу уже дали. Но это минус по нан. Но еще два фрага. Да ладно. Остается в итоге никто в живых. Абсолютно. Все. Всех разобрали. Раунд себе забрали. И улица зреем с вами. Счет 15-7, судя по всему. Да. Такой счет и происходит. Поступает, вернее, на табло. Waterboys. Что по баю? Что по баю? Калаш есть. Два. Галил. Четыре. Нет. Три калаша, Галил и ЦЗ на руках у Хэппи. Но все-таки борется Team Spirit. До последнего сражаются за эту карту. Только вот, конечно же, не ошибиться ни разу будет тяжеловато. Апекс после зажигания уже пойдет следом. Такое чувство, что ХАЕ полетит. Нет, полетит дым. Апекс уже не пойдет. Вообще, как Апекс, как антрифрагер, уж очень качественно играет эту карту. Сейчас Александрович полетел молотов, да в косты нужно смещаться, но выхода на мидл он не увидит. На бикете, тем не менее, если продолжит двигаться в том же темпе, его да в косты может и забрать. Пока тиммейты того продвигаться по направлению Б-пунта. Проверяет каждый абсолютно углы Waterboys. Шанс есть у Апекса выйти, перестрелять игрока в планту. И оп, Дима. Серьезно продамажен. Попытка захода на точку Б. Возможно, сейчас от Waterboys или нет. Вариант всегда есть развернуться, но только под бананом нет абсолютно никого. А, нет, есть NBK. Бог ты мой. Это, знаете, проблема на NBK во всей карте, а на оверпассе именно в районе коннектора. Все действия... Боже, ты мой, что ж происходит? Team Spirit погибли втроем. Голди с Давкостом, 2 в 4. И попытка уже, судя по всему... В ближайшем будущем ретейк там продал Авик. Примешает пройти. О, Зайву. Нашил 9 и в итоге забрал там Колу-Колу. Давкост последний. Давкост, скорее всего, погибает. 16-7 пользу Waterboys. Все-таки здесь борьба не такая уж была и близкая между командами. Waterboys уверенно держит победу на пике соперника. Друзья, впереди еще как минимум одна карта нас ожидает. А то и две, если опять же Team Spirit возьмут следующим. Не забывайте перерывы заходить на сайт GGB, делать ваши ставки на следующую карту. Не только огромное количество киберспортивных дисциплин, а также внутриигровых событий там присутствует. Так что мы увидимся с вами через 10 минут, а у вас есть шанс немножко поднять деньжат. Делай ставки на GGBet. Лучшие кибердисциплины. Пополняй популярными платежными методами. Крутые мини-игры. Круглосуточная поддержка по любым обращениям игроков. Регистрируйся уже сейчас. GGBet. Лучшие ставки на киберспорт.